На базе НИИ «Материнство и детство» открылось новое лечебное учреждение «Женская консультация номер один». Теперь жительницам Сортировки и Фрянькова не придется далеко ходить за медицинской помощью. В учреждение ведут прием опытные специалисты. 4 акушера-гинеколога, врачи-терапевты, окулист-стоматолог. Работает даже школа для будущих родителей. Пациентки априори будут получать более доступную, более высококвалифицированную помощь. С привлечением таких специалистов, которых нет в субъекте ни в одном месте, ни в одном лечебном учреждении. Это медицинские генетики, иммунологи. И, соответственно, мы надеемся, что качество медицинской помощи от этого только возрастет. Новая консультация будет обслуживать 12 тысяч человек. Записаться на прием можно как в обычной регистратуре, так и в электронной, через интернет, не выходя из дома. Ожидание приема в новой поликлинике не будет мучительно долгим. Работа выполнена хорошо, и приятно, что мы быстро согласовали этот проект, и он финансируется из средств программы госгарантий, фонда обязательного медицинского страхования. То есть это новые технологии, когда объединяются усилия федерального лечебного учреждения и нашей местной медицины. Я думаю, что такую работу мы будем продолжать. Осенью в местечке Сортировка откроется еще и полноценная поликлиника. Сейчас там идут отделочные работы. На новое оборудование уже выделено 20 миллионов рублей. Кроме того, в планах строительство еще одной поликлиники в микрорайоне Рождественский. Новый жилой комплекс не должен остаться без социальной инфраструктуры. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.